Друзья, всем привет! В этом видео рисования по клеточкам мы будем рисовать планету Земля. Лучше всего для такого рисунка подойдет светлый зеленый цвет и голубой. Потому что если вы возьмете темно-зеленый цвет и темно-синий, рисунок может получиться слишком темным. Начнем с зеленого. Рисуем три клеточки. 1, 2, 3. Ребята, здесь будьте внимательны, не спешите, потому что мы много будем пропускать. Поднимаемся вверх на один ряд, смещаемся вот сюда, на клеточку влево и рисуем одну. Вправо пропускаем 2 и снова рисуем 2. Мы сначала нарисуем все клеточки зеленым, а потом разукрасим остальные клеточки голубым. Снова смещаемся на одну клеточку влево, на следующем ряду вверху. Рисуем 2. 1, 2. Пропускаем 3. 1, 2, 3 вправо. И рисуем 2. 1, 2. Далее вверх мы пропускаем целый ряд клеточек. И на следующем ряду над вот этими двумя рисуем снова 2. 1, 2. Ряд мы пропускаем. Рисуем 2. Пропускаем 5. 1, 2, 3, 4, 5. И рисуем одну клеточку. Теперь на следующем ряду вверху нам нужно нарисовать 3 клеточки. Сместиться на одну клеточку влево и нарисовать 3 клеточки. Далее на этом же ряду, где мы только что нарисовали 3 клеточки, мы одну пропускаем, одну рисуем, одну пропускаем, снова одну рисуем, и дальше пропускаем. Поднимаемся снова на один ряд вверх, рисуем одну клеточку вот здесь вот в центре, где мы рисовали 3, одну клеточку. Вправо одну пропускаем, вправо одну пропускаем и рисуем 5. 1, 2, 3, 4, 5. Вот здесь у нас где 5 клеточек, мы пропускаем одну слева, одну справа, получается 3. 1, 2, 3. И рисуем одну клеточку вверху, по центру. Теперь берем второй цвет. Нам нужно разукрасить голубым цветом середину планеты. И вот здесь вот клеточки. Снова будьте очень внимательны. Как и зеленым цветом, мы пойдем снизу вверх. Итак, вот здесь вот незакрашенные две клеточки, мы их закрашиваем. Старайтесь рисовать аккуратно, не залазить на зеленый цвет. Теперь вот здесь вот у нас 3 незакрашенные. Закрашиваем их. Далее мы вот здесь вот оставляли незакрашенный ряд. Нам нужно на нем нарисовать 9 клеточек. Чтобы не запутаться, не сместиться влево или справа, мы начинаем считать от вот этой клеточки. Одну клеточку вот здесь ставим и считаем 9 влево. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Теперь разукрашиваем 5.
Далее на следующем этапе вот здесь вот не закрашенная, и вот здесь. И вправо 2, после зеленой. Далее разукрашиваем вот здесь вот одну. Над ней одну и одну вправо, получается 2. И снова 2 клеточки, только уже над вот этой клеточкой. Вот сюда вот, вверх одну клеточку и одну вправо. Все, планета Земля у нас нарисована. В принципе, можно на этом было бы и остановиться, если вам рисунок уже очень нравится. Но я хочу еще нарисовать космос, чтобы сделать рисунок еще красивее и интереснее. Для начала ручкой черного цвета я введу контуры планеты. Это нужно для того, чтобы не испортить рисунок, когда я буду рисовать космос и разукрашивать его. Дальше вокруг планеты я введу несколько клеточек. Это будут звезды, я оставлю их не закрашенными. Дальше я определю границы рисунка. Добавлю еще несколько звезд. Обведу несколько клеточек. Ну а дальше только остается разукрасить рисунок, аккуратно разукрасить, чтобы не залезть на вот эти обведенные клеточки, на звезды и на планету Земля. Ну вот, я полностью разукрасил космос, сделал его черным цветом. Вот здесь еще добавил 3 ряда клеточек, чтобы вот здесь вот и вот здесь вот было примерно одинаково, потому что немножко ошибся. Вот такая вот красота получилась. Внимательно вот здесь вот разукрашивайте, чтобы не заходить на звезды, чтобы не испортить рисунок.
Всем спасибо, ребята, что рисовали этот большой рисунок по клеточкам вместе со мной. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, если понравился рисунок. До следующих видео!